Вы готовы? Ты себя веришь? Конечно. Нас стимулирует Марат Жиламбаев там в сырке, смотрите. 7, 6, 1! Ну что, я даже не знаю, с кем поговорить. Хруст, короче, и сопение. Тишина полная, это не летний марафон. Как бежится? Джакши! Поздравляю, спасибо. С кем можно переговорить? Движение – это жизнь! 65 лет. 66 уже скоро будет. Бабуля, с днем рождения! Начинаю потихонечку встречать тех людей, которые умеют разговаривать на бегу. Рукой так делай. Сли. Маленькая экскурсия на бегу. Это пирамида. Это наша красавица мечеть. А что скрипят, а? Что за кроссовки? Не знаю. Не знаешь? Чем отличается зимний марафон от летнего? Здесь нет горячего чая вместо воды. Сказали, что будут в конце какие-то батончики от Марата, да? Жиламбаева. Так что в надежде бежим что-нибудь скушать. Это сколько километров? 5. 5? Здесь стоит юрта для тех, кто замерз. Забежим. Никого нет. Все бегут. Красивый лицо. Что еще самое главное в марафоне? Это самое главное, хороший собеседник. Уже практически пол дистанции. Разговариваем с ним. 42 прямо! Вперед, вперед, вперед! Все, финиш. Yes! Расскажу несколько слов. Да. Он классное видео снимает. Смотрите и ставьте лайки. Вот так. И это еще не все. Суставы немножко восстановятся после марафона. Вот это хороший день. И это еще не все. Сейчас ребята еще будут здесь париться. Я знаю, что зарегистрировано 1600 человек. В России были, и с Украины были, и с Киргизии были. Были те, кто не смогли прилететь. Да, в Тюмени один писал, он говорит, я зарегистрировался, оплатил, но рейс отменили. И он показывает документ, что вот отменили рейс, что зарегистрирован, и мы решили ему отослать с медали уже, потому что, ну как, человек явно, если бы он приехал, он бы сделал. Ну вот теперь все, день прошел и можно. Christmas card.